В республике в рамках празднования столетия со дня образования автономии проходит песенный марафон «Славься, Чувашия». Старт был дан в Красночитайском районе, сегодня к нему присоединился Канашский. Марафон проходит в онлайн-режиме. Муниципалитеты создают видеоролики, в которых рассказывают о славных страницах истории районов, их достопримечательностях, людях, составляющих гордость края. В них звучат гимны районов и городов. Марафон продлится до 24 июня. Конечной точкой станет город Чебоксары. Хэштег «Вместе Перле» объединит данную акцию. В итоге все районы и города исполнят гимн Чувашской республики.